ты понял? Давайте посмотрим. К примеру, 15 этаж. Здесь находятся квартиры, коридор. До лестницы нам нужно добраться. Нам нужно идти сюда. Вот одна дверь. Вот вторая дверь. Вот третья. Когда лифт не работает. Да, третья. Теперь нам нужно идти сюда. То же самое начинается здесь. Одна дверь, вторая дверь, третья дверь. И тогда уже пошла лестница. Но вот эта мысль, но это такое на каждом этаже. Нам нужно пройти. Смотрите, Саша, не обрела, смотрите, оголенные провода. Вот. Ни одного. У себя у нас на площадках, у нас везде свет горит. Там. А вот тут, когда вот лифт не работает, ни одной лампочки нет. Ни одной. Вот так что можем спуститься до первого, смучить вас. В Жеке мы тоже ничего добиться не можем. Ни одного нет. Смотрите, подъезд наш чист, видишь? Ну да. Вообще да. Наш чистота. Да, убираем сами. Да. Ну хотя бы освещение не годяй. Боремся, чтобы было чисто. Стараемся, по крайней мере. И опять, чтобы к лифту попасть. Да, вот это у нас такое безобразие. А представь себе, ребенок первоклассник вот так на балконе уйти одному. Страшно. А им же интересно, да, у меня дочка боялась. Что там внизу находится, им интересно. Жене 27 лет боится отсюда одна пройти с ребенком. Вы говорите, завалили этого ребенка. Вот здесь у нас видишь чистенько, Саша. Чисто? Вот аккуратно. Тут тоже я держу площадка чистенько, везде освещение есть. Раз, говорит, здесь сделано так же, там у нас чистенько. Вы поняли?